Волгоградские ватерполисты получили приглашение в национальную сборную России в рамках подготовки к олимпийскому отборочному турниру. При этом сбор команды пройдет не в Италии, как планировалось изначально, а в Подмосковье. Подробности смотрите в нашем следующем материале. Тренерский штаб мужской национальной сборной России по водному полу внес коррективы в подготовку к олимпийскому отборочному турниру, который пройдет с 22 по 29 марта в Нидерландах. Об этом сообщает пресс-служба ватерпольного клуба «Спартак Волгоград». Наставниками главной команды страны из-за коронавируса, масштабно поразившего Апеннинский полуостров, было принято решение отказаться от запланированных ранее сборов в Италии. Помимо этого, стало известно о переносе сроков календарной встречи с украинцами в рамках европейской квалификации мировой лиги. В связи с чем российская сборная, в расширенный состав в который вошли игроки волгоградского «Спартака» Артем Ашаев и Константин Киселев, а также голкипер краснобелых Петр Федотов, продолжит тренировочный процесс на базе Олимпийского центра «Озеро Круглое». Именно из Подмосковья коллектив Сергея Евстигнеева и Марата Закирова и возьмет курс на Роттердам, где в следующее воскресенье в стартовом матче сыграет с ватерполистами сборной Франции. Константин Родионов, телеканал «Волгоград-1».